think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Чё, решил сегодня сбегать на добрую старенькую локацию, на Архидемона. Вчера побегал, что-то завтыкал видос записать. В общем, решил я тестануть вот такой вот состав с расколами. Сейчас единственное пересмотрим героев. Чё там у кого стоит. И у нас интересный Архидемон. Ну, в принципе, у меня получилось. Сейчас я буду пробовать таким составом простоять. Правда, у меня питомцев на отхил не было. Что он делает? Наносит чистый урон. Так, восстановление энергии. Так, наносит дамаг двум целям. Куда он 0,3 секунды набирает энергию. Такс. Когда имеет меньше 60% жизни, иммунитет к молчанию, стану заморозки и параличу. Короче, ко всему, что только есть, у него иммунитеты. Плюс он довольно-таки неплохо дамажит. Хорошо. Не вижу от замедления, кстати. Так. Вот такой вот состав. Поехали, только единственное, сейчас перепроверим. Возможно, на ком-то что-то поменяю. Тыковка у нас без питомца. Поставим сюда. Так, кто у нас выступает по отхилу? Так, 230 от атаки. Понижает полученный дамаг. Попробуем. Такой вариант на тыковке. Так, здесь у нас собрано. Я хочу именно попробовать выстоять 3 минуты. Так, кто у нас еще интересное есть? Снимает бафы. Такое. Понижение энергии нам не надо. На 9 меньше дамага получает. Ну, давайте попробуем такой вариант. Интересно собрать именно дефный вариант. Так, отлично. Дальше. Сердцеедка. Так, этот у нас на дамаг больше. Попробуем була возьмем. Столько суперпатов, блин, фиг его знает, кого брать уже. Я давненько не бегал. Так, ага, у нас здесь чарка. Стоит совсем другая. Попробуем вытащить что-то другое. Давайте со склада чекнем, там на складе должны быть по-любому. Так, склад есть. Так, поменяли на фрейке. Смотрим. Так, кто у нас еще хладный? У нас с карасем и стрелок. Стрелок чикабумом. В принципе, для отхила нормальная карась будет. В общем, пробуем такой вот, ребятушки, вариант. Пока что. Посмотрим, как оно будет. Будем стартовать с сердцеедки, так как она дополнительно еще режет дамаг. Ну, надо, чтобы я... Плюс она имеет с данных героев отхил. Давненько я уже на архи не бегал. Стрю поменялся. Так, стартуем с сердцеедки. Вот, видите, он дамажит по всем. Кидаем защиту, смотрим, что у нас получится в итоге. Так, разгончик мы взяли. В принципе, вроде по отхилу получше будет. Я просто бегал вот таким вот составом, как вы видели, без питомцев. Ой-ой-ой, тыковка отлетела моментально, причем странно очень. Видите, все равно не хватает.
Неохота брать сюда ворожая, я хочу попробовать именно такой вариант. С ворожаем, конечно, я думаю, они выстоят без проблем. Сейчас мы второй состав, если здесь сольемся, попробуем на этом. Ну, сердцеедка будет держаться. Выйдем. Попробуем сейчас закинуть всех в ноги сразу. Так, разгончик взяли. Не, все равно проседают. Не хватает, не хватает отхила конкретно причем. Хотя, в принципе, бегал я 2,5 набил, вы видели, без пэтов. Рандомчик, короче. Ну, вариант ворожая ставить сюда. Ну, хотя продержались один, ну, видите, тут рандом. Сейчас тыква может просесть конкретно. Хотя сердцеедка, по идее, должна дебафать нормально. Надо еще будет посмотреть, кто у нас с питомцев дебафает хорошо. Ну, по крайней мере, держимся. Пока что держимся. Так, два есть. Два есть. Ну, мы, понятно, до 6 доходим, потому что я вижу, уже мы в 30 секунд не вложились. Надо было, наверное, надо будет попробовать, если успею завтра, стартануть в стыковке. Получить побольше разгона. Ну и, конечно, соответственно, надо всех подокачивать на 15-е скиллы. Я забил на эту тему уже давным-давно. Так, держится. Пока что держится. Да, видите, 2 секунды мы отстаем от 6. Возможно, не успеем добить. Но это не факт, если мы, конечно, еще выживем. Но такой вариант уже, в принципе, довольно неплохой. Ну, для дамага надо пэтов ставить. А других совсем. Надо будет тоже потестировать, попробовать. Брать тогда сердцеедку как вариант. Так, главное, чтобы никто не сдох. Пятый босс. Ну, такой вариант тоже неплохой. По крайней мере, отхила хватает от суперпэтов. Но это не точно. Сейчас по-любому кто-то сольется. Вот 2 секунды не хватает. Ну, получается, для такого надо стыковки пробовать стартануть. Так, ну, продержитесь. Интересный архидемон, кстати, надо будет попробовать побегать. Давненько я уже не бегал на архи, даже не тестировал. Да, чуть-чуть не хватило. Видите, вот этих именно 2 секунды старта. Почти 6. Что тут в топе? 6, 6, 1. Ну, видимо, надо будет попробовать потестировать кого-то другого. В общем, кто бегает, пишите комменты, будем пробовать другие варианты. Я просто решил вот такой вот вариант потестить. И, в принципе, довольно-таки неплохо продержались все-таки без хиллера. Так, давайте попробуем просто ради интереса. Я сейчас забегу на твинка. Нету смысла фармить архидемона, так как ну, плюхи, которые вы с него получаете, вообще ни о чем. Так, тут мы просто попробуем, я не знаю, кто у меня тут прокачан, не прокачан, пробуем вариант. Возможно, его и замедлением надо, кто бьет, пишите в комменты, чем бьете, если что, я завтра потестирую другой вариант. Попробуем такой вариант. Просто у меня тут они, конечно, все не прокачаны. Тут вообще герои просто ни о чем. О чем вы? О каком вы архидемоне, ребята?
даже не прокачанный и близко. А ну-ка, у меня ледяха здесь прокачанный. Мне интересно попробовать. Другой немножко вариант. Вот Тормоз называется, поставил ледяху. Так, ну смотрим, просто с ворожаем. Да, с ворожаем без проблем, он отхил дает нормальный. Не, ну это я, конечно, что-то загнал. Я хотел просто ледяху кинуть, попробовать его замедлить. Да. Ну, с ворожаем, видите, держится без проблем. Кинул, блин. У нас такой еще есть интересный. Здесь не прокачанный по прорывам. Получится так. Ай да пофиг, смотрите, держится без проблем. С ворожаем, короче, можно пробовать. Я хотел попробовать, он же так не будет. Что-то завтыкал. То надо на него накинуть будет питомца, чтобы его обездвижили. На него, по-моему, же иммунитеты есть. Короче, надо будет посмотреть, разобраться с этим архи. Самое главное, что предыдущий состав нормально продержался 6. Это радует. В общем, пишите комменты, как вы его бьете, кто бегает. Я попробую подобрать еще какие-то интересные варианты. Всем удачи, всем пока.